непослушными детьми, поэтому они спят всю ночь, как убитые, и им ничего не снится. По-моему, здесь собрались только хорошие дети. Не думаю. Ну вот, ты как всегда, во всем видишь только плохое. Надо попросить Оли прийти сюда и рассказать одну из своих чудесных сказок. А я тебя в ящерицу. А я. Что такое? Что за шум? А вот и Оля. Фея печали хочет, чтобы ты рассказывал только печальную сказку. А фея радости только веселую. Успокойтесь, я расскажу ребятам сказку, где и радость, и печаль. Вот так тебе. Я не только расскажу, но и покажу сегодня свою сказку. Итак, сказка называется «Огниво». Иду я солнцем много.
Добрый вечер, служивый. Ишь, сабля-то у тебя какая славная. И ранец-то какой большой. А поешь-то как хорошо. Ну, молодчина, солдат. А сейчас у тебя и денег будет, сколько захочешь. Ну, спасибо. Видишь, старое дерево? Внутри оно совсем пустое. Полезай в дупло, спускайся до самого низа. Я обвяжу тебя веревкой, а как крикнешь, вытащу надо. Да зачем я туда полезу? За деньгами. Спустился солдат в дупло. Видит, сидят три собаки. Там где солдат, и что?
Господи, золото-то сколько! Хоть весь город покупай! Вот это деньги! Да, а где же огниво? Любимого солдата.
дочь моя! Принцесса, доченька моя! Ах, как она страдает! Посмотрите, к нам приехали знатные гости. Принц голландский, барон французский и царевич русский. Они сватаются к вам. Вы можете выбрать любого. Служи нам!
пользоваться огнем. Курить вредно, молодой человек. Да почему? Пусть выкурит, да поживи. Тогда пеняйте на себя, проклятый. Максим Машкара, Макар Солохин,